Теперь о ситуации на Украине. Власти республики не позволят российскому конвою с гуманитарным грузом пересечь границу и попасть на территорию страны, если его будут сопровождать российские военные или сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам представителя администрации президента Украины, отправленный Москвой груз будет доставлен на украинскую границу, растаможен и перегружен на автомобиле Международного Красного Креста и Международного комитета Красного Креста, под эгидой которого проводится миссия. По данным Киева, за доставку гуманитарной помощи отвечает украинское отделение Красного Креста. Кроме того, на помощь его сотрудникам прибудет персонал из Женевы. Также стало известно, где именно колонна должна перейти через границу. Сообщается, что груз попадет в страну через таможенный пункт в Харьковской области. Украинские власти не в восторге от перспективы получения груза, который, как они утверждают, не был согласован ни с ними, ни с Красным Крестом. Представители организации еще накануне предупредили, что на согласование гуманитарного конвоя потребуется не меньше недели. Однако Москва утверждает, что все разрешения были получены. Также сообщается, что помощь Донбассу отправлена на 280 КАМАЗах, которые везут около 2000 тонн гуманитарных грузов. Сегодня МИД Украины прокомментировал эту информацию. Россия продолжает изобретать все новые предлоги для своих действий. В Грузии они защищали пророссийское большинство. В украинском Крыму предотвращали нашествие НАТО. На Донбассе они пытались использовать тему гуманитарной помощи. Кажется, что у них уже заканчиваются предлоги для агрессии. Заявление официального Киева косвенно подтвердили и в Красном Кресте, представители которого рассказали, что Россия нарушила договоренность с организацией, отправив гуманитарный груз на Украину, не предоставив списка содержимого грузовиков. Нас окончательно запутали, заявили представители Красного Креста. При этом Москва утверждает, что маршрут и груз уже согласованы и давно в пути, а также требует от украинской стороны обеспечить безопасность грузовиков. Мы получили ноту с подтверждением готовности украинской стороны эту помощь принять. Нота эта пришла сегодня, и я очень рассчитываю, что те некоторые публичные заявления, которые звучали сегодня из Киева, из уст некоторых деятелей, с требованием каких-то новых условий, что они будут дезавуированы и что они не помешают выполнению тех договоренностей, которые были достигнуты между Российской Федерацией, Украиной и Международным комитетом Красного Креста.